Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Воды слонам». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Оно. В маленьком городке Дерри в штате Мэн семеро детей, известных как клуб неудачников, сталкиваются с чудовищем, способным принимать форму клоуна по имени Пеннивайз. Величайший шоумен. Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление, сенсацию, которая стала рождением мирового шоу-бизнеса. Книга джунглей. Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей. Дневник памяти 2004 года. Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки «Женщине в доме престарелых». Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живущих в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось. Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла, ей нужно найти его и решить, наконец, судьбу их любви. «Крупная рыба» 2003 года. В основу этой приключенческой ленты положен роман Дэниела Уоллеса «Большая рыба», роман мифических пропорций. Умирает отец, о жизни которого сын хочет узнать как можно больше, собирая истории о нем. Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов. Взлеты и падения в жизни человека в итоге предстают в неожиданном ракурсе. «Мулен Руж» 2001 года. Действие фильма разворачивается в 1899 году в знаменитом парижском ночном клубе. «Мулен Руж» – это не только дискотека и шикарный бордель, но и место, где, повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу праздника, собираются страждущие приобщиться к красоте, свободе, любви и готовые платить за это наличными. «Зеленая миля» 1999 года. Обвиненный в страшном преступлении, Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора». Вновь прибывший обладал поразительным ростом и был пугающе спокоен, что, впрочем, никак не повлияло на отношение к нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего исполнять приговор. Гигант удивил всех позже, когда выяснилось, что он обладает невероятной магической силой. «Титаник» 1997 года. Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании непотопляемого «Титаника». Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку с смертью. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!